конце мая 92 года в собесе Краснопресненского района Москвы появился пожилой мужчина. Он сильно отличался от стариков, завсегдатаев этого унылого места. В этом визитере просматривалась былая респектабельность и даже властность. Среди посетителей пронесся шепот. Это же Гриша, тот самый. Мужчина пришел в собес за перерасчетом своей пенсии, съеденной инфляцией тех лет. Вот он полез за документами в портфель и вдруг завалился на бок. Лицо посинело. Приехавшие через полчаса врачи скорой зафиксировали смерть. Кто бы мог подумать, что так уйдет из жизни человек, перед которым когда-то трепетали партийные функционеры, директора и милицейские начальники столицы. Бывший член Политбюро, всевластный хозяин Москвы. Отдать все силы, знания, жар комсомольских сердец делу коммунистической партии, строительству коммунизма, клянемся! 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 Начало 80-х. Престарелый генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев угасает с каждым днем. Он уже не управляет страной и с трудом понимает происходящее вокруг. Кто встанет у руля после смерти Брежнева? Этот вопрос крайне волнует советскую партийную элиту. В кабинетах Кремля и Старой площади разворачивается тайная борьба за власть. Председатель КГБ Андропов – мастер многоходовых комбинаций. В его руках вся мощь комитета и обширные досье на соратников по партии. Один из главных соперников Андропова, член Политбюро, первый секретарь Московского комитета партии Гришин. Именно по нему Андропов решает нанести сокрушительный удар. Первой целью становится гордость Гришина – столичная торговля. Весна 82 года. Здание КГБ СССР на Лубянке. На приеме у председателя комитета начальник московского управления Алидин. Он представляет Юрию Владимировичу доклад о катастрофическом положении дел в торговле. Взятки, кумовство, воровство. Органы МВД и прокуратуры ничего не могут сделать. Уголовные дела тут же прекращаются. Покровители торговой мафии на самом верху, вплоть до ЦК и даже Политбюро. После недолгих размышлений Юрий Владимирович вдруг спрашивает генерала. А московское управление смогло бы прекратить эту преступную деятельность? Алидин без колебаний отвечает. Да. Андропов внимательно смотрит на собеседника и говорит. Доказательства должны быть железными. Иначе я сочту, что вы недостойны работать в КГБ. В январе 82 года умирает секретарь ЦК по идеологии Михаил Суслов. В мае на эту должность назначают Юрия Андропова. Он переезжает через дорогу с Лубянки на Старую площадь. Но в комитете остаются верные ему люди. Это уникальная пленка, прощальная встреча Андропова со своими соратниками по службе. Он фактически открытым текстом говорит им о задуманной многоходовой комбинации. Мы боремся, мы на передовой линии борьбы. А всякая борьба, тем более передняя линия борьбы, она связана с тем, что приходится и наступать, и отступать, и отходить, и всякие обходные маневры делать. Вскоре после нового назначения Юрий Владимирович неожиданно поднимает в ЦК вопрос о плохом снабжении Москвы овощами и фруктами. Дескать, столичные торговые организации
умышленно не берут скоропортящиеся продукты на реализацию, а горком бездействует. Первый секретарь Гришин вынужден оправдываться. В сердцах он произносит: «Нельзя же до такой степени не доверять городскому комитету партии, чтобы вопрос об огурцах решался в политбюро, да еще через мою голову». Но на самом деле огурцы здесь ни при чем. На простом и понятном примере Андропов давал всем понять: нынешний состав МГК партии не способен решать даже мелкие проблемы. Андропов стал, так сказать, наводить порядок, вот как он считал, в торговле. Валерий Макеев. В 70-е годы руководитель творческого объединения московской редакции телевидения. И чтобы ударить, так сказать, вот по Гришину, который мог быть преемником, да? Гришин понял. Андропов начал действовать. Чтобы выстоять, необходимо заручиться поддержкой Брежневской гвардии. Москва, август 82 года. Улица Горького, гастроном номер 1, Елисеевский. В народе Елисей. Уже несколько недель объект находится под наблюдением сотрудников Комитета госбезопасности. Особый интерес для чекистов представляет задний двор и черный вход магазина. Здесь ежедневно появляются известные люди. Артисты, спортсмены, художники, академики. Часто подъезжают черные райкомовские «Волги». Особо важных гостей встречает лично директор гастронома Юрий Соколов. У него в приемной всегда было очень много знаменитостей. Иосиф Кобзон, народный артист СССР. Они все к нему тянулись, он по возможности им всем помогал. Чем можно было помогать? Колбасой, каким-то дефицитом. Директор вызывает Колю, заходит Коля, мясник или Петя. И он говорит: Петя, отруби ему, да? Владимир Калиниченко. В начале 80-х следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР. В те годы в дефиците многие продукты питания. Сервелат, вырезка, копчености, индийский чай со слоном, конфеты «Белочка». В провинции мясо и масло уже несколько лет отпускаются по талонам. Из всех подмосковных городов в столицу приезжают люди за продуктами. Но елисеевский гастроном находился на особом положении. Редкие товары появлялись на его прилавках словно по волшебству. Сами все стекались в елисеевский магазин. Тамара Красавцева. В 82-м году заведующая отделом гастронома «Елисеевский». Самые лучшие конфеты, самая лучшая рыба, самая лучшая колбаса, самый лучший кофе. Мясо было шикарное. Все было. Но самое интересное происходит в святая святых, подсобке магазина. Именно там, по дружбе и блату, отгружаются недоступные простым гражданам деликатесы. Ветчина в банках, крабовое мясо, Тамбовский окорок. Сотрудники Комитета госбезопасности отмечают всех визитеров, делают фотоснимки. Доклады службы наружного наблюдения ложатся на стол Андропова. Чекисты вычисляют весь круг знакомых директора гастронома Соколова. Ноздряков был, это ГАИ, начальник ГАИ города Москвы. И сын Щелокова, Игорь, я сама лично его видела. И Чурбанов, и Галина Брежнева. Материалы копятся. Копятся, чтобы однажды лечь в основу громкого уголовного дела и пошатнуть положение хозяина Москвы, Виктора Гришина. Разработка столичной торговой мафии началась в августе 82-го. Формально Комитет госбезопасности не имел права заниматься делами о коррупции в торговле. Но в этот момент происходит важное событие.
За валютные операции задерживают директора магазина «Березка» Авилова, а вместе с ним его жену, заместителя директора Елисеевского. Валютные операции – компетенция КГБ. На одном из допросов женщина призналась – нарушения есть и в Елисеевском. Порой иностранцам из Попалы продают красную икру за валюту. Гастроном погряз во взятках и прочих нарушениях. В преступной деятельности, уверяет задержанная, замешан сам директор магазина – Соколов. Юрий Константинович Соколов, 1925 года рождения, москвич. Жена заведует секцией гастронома Елисеевский. Есть взрослая дочь. Он был действительно незаурядным человеком. Еще мальчишкой отправился на фронт добровольцем, а когда вернулся, грудь украшали 8 боевых наград. Устроился работать в такси и без перерыва от баранки окончил Плехановский институт. Были, правда, в биографии темные пятна. В 59-м Соколова осудили на год исправительно-трудовых работ за обсчет пассажира такси. Однако это не помешало ему сделать блестящую карьеру в торговле. Придя в Елисеевский в 63-м, он всего за 9 лет поднялся до должности директора и превратил магазин в образцовый. На меня произвело впечатление его такая деликатная манера общения. Что его отличало, он всегда был с иголочки одет, всегда подтянут, чисто выбрит. Но в той большой игре, которую начал Андропов, человеческие качества Соколова не имели никакого значения. Ему была определена своя роль – стать фигурой, которой жертвуют во имя поставленной цели. Коммунистическая партия Советского Союза и впредь будет делать все, чтобы пример победившего социализма сиял все ярче и ярче. К осени 82 года состояние здоровья Брежнева ухудшилось настолько, что он сам задумался о преемнике. Среди возможных кандидатов глава Компартии Украины Щербицкий, первый секретарь Ленинградского обкома Романов и член Политбюро Черненко. Андропов тоже был тяжело болен и понимал, если не действовать решительно именно сейчас и не убрать конкурентов, другого шанса прийти к власти и навести в стране порядок не будет. Вскоре прошел слух. Первый секретарь Ленинградского обкома Романов устроил дочери пышную свадьбу в Таврическом дворце. Якобы на столы был выставлен уникальный сервиз из запасников Эрмитажа. Во время гуляния бесценная посуда сильно пострадала. Хотя потом факты не подтвердились, это больно ударило по репутации Романова. Среди активных противников Андропова оставались Черненко, Кириленко и Гришин. Мощный удар по столичной торговле должен был серьезно дискредитировать хозяина Москвы. Конечно, надо было действовать через торговлю, потому что это самое слабое звено было в Москве. И нанеся здесь удар, он там, тем самым бил и по, так сказать, подруге Соколова Галине Леонидовне Брежневой, и по самому Щелокову, и по Чурбану, и по всем остальным. Коррупция – бич советской торговли. Но существовать иначе эта система не могла. В социалистической экономике распределением продуктов по торговым точкам занимались чиновники. Чтобы добиться увеличения фондов, директор магазина был вынужден давать взятки руководителям пищеторгов и главка. Естественно, Соколов выезжал на места. Естественно, были с вышестоящими организациями контакты. Алексей Филиппов, в 1982 году главный товаровед гастронома Елисеевский. Того о выделении дополнительных фондов. Естественно, были знаки внимания. Это естественно. Налаженные связи с пищеторгами и главками гарантировали поступление в магазин дефицитных продуктов. А доступ к дефициту в те годы открывал поистине удивительные возможности.
Комфорт и удобство. Отличное обслуживание. Все это делается для того, чтобы отдых советских людей был полноценным и радостным. В те годы работники прилавка – высшая каста. Они имели дорого обставленные квартиры и дачи, носили шубы и дубленки, отдыхали у Черного моря, а порой и за границей. До Соколова Елисеевским магазином командовал, так сказать, некто Коровкин. Владимир Каратаев. В начале 80-х следователь по особо важным делам, руководитель следственной группы прокуратуры РСФСР. Так он набил себе матрасы деньгами, значит, и спал на них. Так еще старику со старухой, где-то под Пензой, что ли, значит, это самое, тоже матрасы набил, и те тоже спали, значит, на деньгах. Эти люди вели совсем не советский образ жизни. Но пока Брежнев оставался в силе, трогать их было нельзя. Андропов решил положить конец этим порядкам, а заодно потеснить Брежневскую гвардию. Москва, сентябрь 82-го. В Елисейском гастрономе ЧП. Короткое замыкание. Обесточено холодильное оборудование, нет света. Ремонтники прибывают поразительно быстро. Они восстанавливают электропитание, а заодно монтируют в кабинете директора магазина подслушивающее устройство. Теперь комитет госбезопасности в курсе всех разговоров Соколова. Знал ли директор Елисеевского, что находится под наблюдением? Не исключено. Именно в этот период Валерий Макеев однажды зашел к Соколову с небольшой просьбой выделить пару баночек красной икры для друзей из братской Болгарии. Он тут же меня принял, но в этой услуге отказал. Отказал по одной простой причине, что, может быть, чувствовал, что его записывают, что его видят. Директор главного гастронома страны, знаменитого Елисея, и сам был фигурой почти легендарной. Соколов обладал огромными связями среди партийного и советского руководства. Глава столичного ГАИ генерал Ноздряков снабдил Соколова специальным пропуском, так называемым вездеходом. Он выставлялся под лобовым стеклом автомобиля и давал право на проезд без проверки документов. Поэтому, когда, так сказать, его там задерживали, он показывал этот талон Ноздрякова, и все говорят, пожалуйста, проезжайте. Директор Елисеевского входил в единицы счастливчиков, владевших иномарками. В те времена, чтобы купить подержанное авто из гаража какого-нибудь посольства, так называемую дип-машину, требовалось разрешение самого начальника главторга Москвы, Трегубов. Но для Соколова это было сущим пустяком. С папой, так называли владыку столичной торговли, он находился в приятельских отношениях. В пору вот этого дефицита руководители предприятий торговли, естественно, были, так сказать, всемогущими людьми, к которым стремились попасть, у которых стремились попросить что-либо. Коробочку, конфеты и так далее. И я сам себе создаю дефицит, я обрастаю нужными связями, вот, а потом смотрю, с кого денежку взять. А с кого денежку брать не надо. Показательный эпизод. Первый секретарь МГК партии Гришин страдал болезнью почек. Врачи посоветовали есть свежие арбузы. Но на дворе был февраль. Достать арбузы в то время задача нереальная. И тогда на помощь Гришину пришел директор Елисеевского Соколов. Не знаю, каким образом, но эти вот свежие арбузы он для первого секретаря горком партии достал. Марксизм-ленинизм учит, что производительный труд является основой развития общества. Трудом рабочих, крестьян и интеллигенции создаются все материальные и культурные богатства. Для
первого секретаря Московского горкома партии Гришина столичная торговля была предметом особой гордости и заботы. Москва в те годы снабжалась на порядок лучше любого другого города. Часто хозяин Москвы останавливал персональный лимузин, заходил в первый попавшийся магазин и спрашивал, почему нет продуктов на прилавках. Однажды, говорят, некий мясник нахамил Гришину, не зная того в лицо. Не прошло и часа, как директор магазина был уволен по статье. Так Трегубов дал команду сфотографировать Гришина, ну, достать фотографию Гришина, размножили, и каждому продавцу в ГУМе дали. Вот появится такой-то человек в шляпе, значит, все, вы обслуживаете или сразу вынимаете селедку. В конце октября 1982 года Брежнев неожиданно позвонил Чазову, который возглавлял тогда 4-е главное управление при Минздраве СССР. Евгений, почему ты мне ничего не говоришь о здоровье Андропова? Как у него дела? Мне сказали, что он тяжело болен, и дни его сочтены. Вскоре после этого Чазову позвонил сам Андропов и убедительно попросил его успокоить генерального секретаря. Никаких оснований для тревоги нет. За этими событиями стояла острая подковерная борьба между главными претендентами на роль преемника. И фактор здоровья в этой борьбе был одним из важнейших. 30 октября 1982 года в кабинет директора Елисеевского гастронома вошли люди в штатском. Предъявили удостоверение сотрудников КГБ и ордер на арест. Тут же извлекли из ящика рабочего стола 300 рублей. В тот момент в кабинете Соколова в гостях находился начальник столичного ГАИ генерал Ноздряков. Он с недоумением смотрел на происходящее. Люди в штатском пояснили: директор магазина арестован по обвинению в получении взяток. Два человека из комитета госбезопасности, они были у нас в Елисеевском. Валентина Филиппова. В 82-м году главный кассир гастронома Елисеевский. И один из них говорил, что вашему директору скоро раскрасят лоб. Чекисты могли бы вывести директора Елисеевского через черный ход, чтобы его никто не видел. Но его демонстративно провели через торговые залы. Позор Соколова должны были видеть все. Изъятые деньги приобщили к уголовному делу. Однако, несмотря на показную лихость задержания, чекисты вовсе не были уверены в успехе громкого дела. Когда через полчаса к следственному изолятору КГБ Лефортово подъехала «Волга», Соколов вышел из салона без наручников. Сопровождающие обращались с ним вежливо и называли по имени-отчеству – Юрий Константинович. Все знали, у него огромные связи. В любую минуту мог поступить приказ – освободить арестованного. На этот случай «Черная Волга» осталась дежурить у Лефортова. Я не верила, что я думала, что вот пройдет неделя, там 2-3 дня, и его отпустят. Шло время, но телефон в кабинете начальника СИЗО молчал. На допросах Юрий Соколов твердил, что не брал взяток, а затем и вовсе отказался разговаривать со следователем. Соколов молчит. Об этом немедленно доложили начальнику Московского управления КГБ генералу Алидину. Докладывать Андропова об этом тот не спешил. Никто не ожидал от директора магазина такого упорства. Но вскоре оперативные работники находят слабое звено – окружение Соколова. Подчиненным директора предлагают дать показания в обмен на свободу. В статье 174 Уголовного кодекса РСФСР имелось примечание – лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки или если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о случившемся. Этот прием сработал.
в деле стали появляться первые заявления. Один берет взятку, но если ты эту взятку взял и отдал ее кому-то, то с тебя обвинение снимается. Геннадий Литвин. 80-е годы, директор Калининского райпищеторга. И вот их так предупреждали, что, ну, давайте, на кого надо сказать. Когда Соколова арестовали, первый секретарь Московского городского комитета партии Гришин был в отъезде. Вернувшись, он первым делом попытался выяснить, кто ведет дело. На столичное милицейское и прокурорское начальство он мог оказать давление. Однако на этот раз Гришин понял – орешек не по зубам. Дело директора Елисеевского вел Комитет государственной безопасности. Гришин прекрасно понимал, кто стоял за делом Соколова и куда приведет расследование преступлений в торговле. И хозяин Москвы не мог повлиять на работу сотрудников самого могущественного ведомства. Ему оставалось только надеяться, что буря обойдет его стороной. В начале ноября 1982 года до членов Политбюро доходят слухи. Брежнев хочет занять номинальную должность председателя ЦК партии, а на место генсека порекомендует другого человека. Кого именно? Об этом будет заявлено 12 ноября на пленуме ЦК КПСС. 7 ноября Брежнев, как обычно, на трибуне Мавзолея. Принимает приветствие демонстрантов. Видно, что генеральный держится из последних сил. Ровно через 3 дня Брежнев умрет. Во сне. Тайну преемника генсек унесет в могилу. Комиссию по похоронам возглавит Андропов. По негласной традиции, именно этот человек должен занять пост умершего. Но на самом деле еще ничего не решено. Несколько дней члены Политбюро ведут тайные переговоры. Образуются два лагеря. Старая гвардия группируется вокруг Константина Устиновича Черненко. Другой лагерь формируется вокруг Андропова. Амбициозного политика поддерживает армия в лице министра обороны Устинова и родное ведомство – КГБ. Точку в противостоянии ставит министр обороны Устинов. Он приходит к Черненко и открытым текстом заявляет. Есть мнение выдвинуть на пост генерального секретаря настоящего ленинца и борца за идеалы коммунизма, товарища Андропова. Черненко не выдерживает напора. Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов посетил Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе. После ареста директор Елисеевского отказывался давать показания целых 2 месяца. Вероятно, надеялся на помощь Гришина и других влиятельных лиц. Но высокие покровители молчали. И тогда, 20 декабря 1982 года, Соколов заговорил. Это было чистосердечное признание. Подробное, на 20 страницах. Он сдал всех, назвал имена и ошеломляющие цифры. 290 тысяч рублей взяток от подчиненных. 187 тысяч отданы в качестве взяток начальству. При обыске на даче Соколова нашли огромные суммы. Тогда их хватило бы на покупку 10 новеньких «Жигулей». Но директор Елисеевского пояснил, эти деньги приготовлены для работников главторга. От Соколова потянулась ниточка к ответственным работникам Мосгорисполкома. Я приложу все свои силы, все знания, весь свой опыт для того, чтобы ваше высокое доверие оправдать честь. Андропов мечтал очистить страну от взяточников и казнократов.
Придя к власти, он удвоил усилия. В декабре 1982 года от своей должности был освобожден министр внутренних дел, всесильный генерал армии Щелоков. Началась масштабная проверка в МВД, которая выявила многочисленные злоупотребления должностным положением. Жизнь одного из самых влиятельных людей государства покатилась под откос. Его вывели из состава ЦК КПСС, а затем и из партии. Лишили звания и всех наград, кроме фронтовых. Не выдержав травли, Щелоков застрелился. Тем временем для разработки столичной торговой мафии была создана специальная следственная бригада. Ее основу составили работники МВД и прокуратуры из других регионов. Это была просьба работников Комитета госбезопасности, чтобы в первую очередь и собрать с периферии, потому что мы не доверяем московским следователям, работникам ОБХС, ибо на протяжении ряда лет не было ни одного возбужденного уголовного дела, а если возбуждалось, то эти дела прекращались. Прекращались, потому что повсеместно действовал негласный закон «ты мне, я тебе», подкрепленный телефонным правом. Потому что будет выдан звонок, допустим, тому же Юрию Михайловичу Чурбанову напрямую. Юрий Михайлович, тут приходили, вами интересовались, были вы или нет. Кто? Да вот опер тут, зимовец есть такой. Все, больше опера зимовца нет. Проверки охватывают всю московскую торговлю. Оперативники и следователи действуют быстро и решительно. Перед закрытием магазина все входы и выходы блокируются. Снимается касса, и тут же проводится инвентаризация. Результаты ошеломляющие. Везде процветает взяточничество, везде процветает злоупотребление. В каждом крупном магазине и мелком хищение. Размах чистки в столичной торговле пугает партийную элиту. Все понимают, начав снизу, Андропов постепенно доберется до верхушки власти. В Политбюро формируется скрытая оппозиция генеральному секретарю. Но свергнуть Андропова по сценарию Хрущева не получается. У бывшего шефа КГБ практически абсолютная власть. Тем временем подходит к концу следствие по делу бывшего директора Елисеевского Соколова. Получен ответ на главный вопрос – откуда брались сверхдоходы? Вопреки предположениям, источником денег были вовсе не обвес и обсчет покупателей. Всевозможные услужки и утруски, которые были при реализации товаров. Геннадий Филипенков, 80-е годы, следователь следственной группы прокуратуры РСФСР. Директор Елисеевского «Соколов» добился удивительных показателей по сохранности товаров. Специально для гастронома была закуплена новейшая импортная холодильная установка. По нормам того времени часть скоропортящихся продуктов списывалась на естественную убыль. В Елисеевском же почти все товары удавалось сохранить. Именно так в магазине появились продуктовые излишки. Сегодня эту технологию назвали бы прогрессивной. Директор, сохранивший весь товар, стал бы образцом для подражания. Но тогда это называлось иначе – хищением государственной собственности. Вся прибыль оседала в карманах работников торговли. Эти предметы были объектом спекулятивных сделок. Ежегодно сотрудники управления борьбы с хищениями социалистической собственности Москвы возвращают обществу ценности на десятки миллионов рублей, похищенные преступниками. До сих пор неизвестно, кто именно распорядился разбирать дело Соколова в Верховном суде РСФСР. Его решения окончательные и обжалованию не подлежат. На заседании подсудимый, к удивлению многих, извлек общую тетрадь, в которой были записаны фамилии, даты и суммы взяток. Откуда взялась эта тетрадь, так и осталась загадкой. В моей практике за 60 лет не было такого случая, чтобы подсудимый пришел, значит, в суд
школьной общей тетрадью. Артем Сарумов, адвокат Юрия Соколова. И на вопрос, когда брал, у кого брал и сколько давал, он смотрел в эту тетрадь общую и говорил. Уже в середине процесса адвокат понимает, Соколова подводят под расстрел. Сарумов предлагает подзащитному отказаться от всех показаний. Но Соколов твердо стоит на своем. Причина этой уверенности проста. Во время пребывания в камере к нему подходил высокопоставленный генерал КГБ и пообещал, если Соколов признается во всем, ему дадут небольшой срок. Именно поэтому бывший директор Елисеевского не слушает адвоката. Ведь сейчас вот многие говорят, о, вот он вам там на допросе уже знает, что его расстреляют. Да он не верил в том, что его расстреляют на 100%. Соколов искренне полагал, его фронтовика с боевыми наградами, прошедшего всю войну, не могут приговорить к смертной казни. Но когда прозвучал вердикт суда, расстрел, в зале наступила гробовая тишина. Заказ выполнен, даже перевыполнен. Февраля 1984 года умирает Андропов. Брежневская гвардия одерживает свою последнюю победу. Новым партийным вождем становится старый и смертельно больной Константин Черненко. В народе над ним смеются и презрительно называют «кучер». Расстрельный приговор, вынесенный Соколову, испугал фигурантов по делу главторга. Вероятно, его вина была, но не настолько, чтобы человека приговаривать к расстрелу. Это просто шокировало всю Москву. Если решение об аресте человека принималось на политбюро, можете не сомневаться, что никогда ни один судья не решится на оправдание. Торговая и партийная мафия в панике. Какие тайны мог перед смертью раскрыть Соколов? Работе следственной группы пытаются помешать. Но запущенный Андроповым механизм борьбы с коррупцией уже не остановить. Ровно в 15 часов одновременно на нескольких предприятиях города начался рейд народных контролеров. Подумаешь, ну 300 грамм взяла конфет. 15 лет работаю на фабрике, ну... 300 грамм всего тут и есть, господи. По Москве прокатывается волна арестов. Камера Бутырки забита работниками прилавка. У арестованных изымаются деньги, драгоценности, антиквариат. В столичной торговле паника. Украденное надежно прячется, улики уничтожаются. В этой обстановке следственная группа готовится к аресту директора главторга Трегубова. Николай Петрович Трегубов прошел путь от помощника повара до руководителя столичной торговли. В начале 80-х этот пост давал почти неограниченные возможности. Трегубов без всяких пропусков приезжал в Кремль, а в здание ЦК на Старой площади входил без партбилета. Эта личность была очень такая уникальная в Москве. Он был депутат Верховного Совета, награжден орденом Ленина, тоже ветеран войны, фронтовик. Вот. И держал всю эту торговлю московскую в кулаке. Именно ему принадлежала идея создания сети универсамов, прообразов современных супермаркетов. Многие из них и сегодня расположены в тех же зданиях. Николая Трегубова отличали скромность и демонстративное равнодушие к роскоши. На людях он все время появляется в одном и том же костюме. Никогда не сорил деньгами. Задержанные по делу главторга утверждали, что Трегубов взятки не берет. Но у следствия были другие данные. А когда приходили к нему, на стол выкладывали деньги, он, значит, говорил, нет, вы знаете, я партийный работник, взяток не беру, значит, это самое, идите к Петрику.
первому заместителю, а Петриков, его первый зам, выходец из ЦК, КПС этого, из МГК, он сразу забирал деньги и тут же бежал к Трегубову и передавал ему, так сказать, часть денег. Арест Трегубова наметили на тот день, когда Гришин уехал из Москвы. Мы очень хорошо понимали, что какая рыбина перед нами, который, значит, организатор вот этой всей организованной, именно организованной преступности. Во время обыска в квартире Трегубова каких-то особых ценностей не находят. Обстановка в доме скромная, никакого антиквариата. Все подарки были описаны ему на 40-летие, на 50-летие, там на 60-летие, хрустальные вазы, люстры. И с трудом, еле-еле для конфискации набрали 40 тысяч рублей. Следствие предполагает, Трегубов успел все спрятать. Но более вероятен другой вариант. Этих ценностей у директора главторга не было вовсе, поскольку все они уходили по цепочке наверх. Трегубов на допросах молчит. Вероятно, он надеется на помощь своего патрона Гришина. Но положение хозяина Москвы к тому времени заметно пошатнулось. Он уже не может решить вопрос при помощи телефонного права. К тому же оперативную работу по этому делу ведут сотрудники КГБ, а не МВД. В президиуме Верховного Совета СССР прошение Юрия Соколова о помиловании рассматривали четырежды. Четыре раза не отказывали, а снимались рассмотрение. Лишь на пятый раз был вынесен вердикт. Приговор оставить без изменений. Июля 1984 года бывшего директора Елисеевского гастронома расстреляли. Все близко знавшие Соколова были шокированы таким исходом. И только голодные люди в магазинных очередях злорадно перешептывались. Проворовался. Людей очень легко обмануть и сказать: вот сейчас мы убьем Соколова, и все в стране будет хорошо. Барри Алибасов. 80-е годы художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Интеграл». Будет еды много, будет все замечательно. После расстрела Соколова и удара по коррупции в столичной торговле дефицит не исчез. Ведь он был вызван не Соколовым или Трегубовым, а самой системой, в которой распределение всех благ занималась государственная и партийная элита. Бывший директор главторга Трегубов до последнего стоял на своем. Он не совершал никаких преступлений. Но приговор суда был суровым. 15 лет лишения свободы. Через 9 лет Трегубова освободили по амнистии в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне. Когда он был в лагерях, ему предлагали там обратиться с просьбой о помиловании. Всеволод Шиманский. 80-е годы министр торговли Российской Федерации. Трегубов всем говорил: я невиновен, совесть моя чиста, никуда я обращаться не буду. Долгие годы за колючей проволокой подорвали здоровье Трегубова. Через год после освобождения он умер. Следственная бригада по делу о коррупции в столичной торговле просуществовала еще несколько лет. И вести расследование становилось все труднее. Не было жилья, транспорта, условий для работы. В 1987 году следственная бригада была расформирована. Заведенные ею 68 уголовных дел передали местным органам прокуратуры. Из них до суда дошли только два. А хозяина Москвы Виктора Гришина вывели из состава политбюро и сняли с должности уже при Горбачеве. И отправили на заслуженный отдых. Гришину довелось увидеть крушение СССР. Он умер в 92-м в Собесе, куда пришел за перерасчетом мизерной пенсии, которую уничтожила гиперинфляция тех лет.
Хозяин Москвы, некогда всесильный партийный лидер, последние годы жил очень скромно. И чтобы не говорили о коррупции в столичном руководстве, никаких миллионов у него не оказалось. Дело о злоупотреблениях в системе московской торговли стало самым громким в середине 80-х. Десятки работников прилавка лишились своих мест и потеряли все нажитое посильным и непосильным трудом. Но только один человек расплатился за это собственной жизнью. Говорят, директор Елисеевского Соколов просто опередил свое время. В наши дни он мог бы стать мультимиллионером. Но история, как известно, не имеет сослагательного наклонения.